видели у нас теплица в школе, что она себе представляет? Прозрачное покрытие на металлическом каркасе и двери, куда заходишь. Там у нас есть грядочки, в которых растут растения. Магазин представляет немножко собой другое. Там стены есть у магазина, есть дверь входная, но крыша стеклянная. Для чего это сделано? Для того, чтобы наши растения, которые там находятся, получали максимально света от неба, плюс там еще есть искусственное освещение в виде светильников. Так для растений более комфортно находиться в этих временных условиях. Такие корзины, в которых висячие цветы цветут, растут. Я могу за 50 рублей купить мыло. Это жители пустыни, и мохнатые есть, и колючие, и просто есть мягкие камни. Мне кажется, что можно ее как раз. Она цветущая, советую, что очень легко за ней ухаживать. Да.
Только она, как мне называли, дерево семьи или как дерево. Много-много вот таких вот побегов, как будто это одна семья на стволике. Приобрели растения, какое кто захотел. Единственное, там были советы, какое лучше приобрести в связи с тем, что сложный уход. У каждого свое название. Кто-то выбрал кактусы, кто-то пальмочки, кто-то цветущий каланхой. У меня к вам просьба, внимание, обязательно выпишите название вашего растения на листочек. Узнайте, пожалуйста, как ухаживать за этим растением. Можно через интернет, через энциклопедию. В общем, у кого какие есть информационные возможности узнать, как правильно ухаживать за этим растением.